Супермаркет «Пуля». Быстро и без нервов. Здравствуйте, девушка. Отбейте, пожалуйста. А простите, пожалуйста, молодой человек, можно я вперед вас? У меня только сливы. Сливы только у вас? Да. Давайте. Спасибо вам большое. Вот. У вас что, одна слива? Да, я просто сливы очень люблю. Ну, взяли бы больше. А много мне нельзя, у меня желудок слабенький. Пакет нужен? Да, конечно. Большой, маленький? А сами как думаете? Молодой человек, мне некогда думать, у меня очередь. Давайте большой. Вы почему сливу-то не взвесили? А где? Ну там, в том же отделе. Я сейчас. Давайте вы меня отобьете, пока я к вам бегаю. Я не могу вас отбить, я уже пакет завела. Я все взвесил, вот штрих-код. Вы почему голландскую-то взвесили? У вас же краснодарская. Так там... Давайте по голландской я рассчитаюсь, а то не хочу больше ходить. С вас 410 рублей. Сколько? 410. А где перевесить можно? Ну там, в том же отделе. Я быстро. Девушка, а что у вас 18 касс работает одна только? А вы почему у меня-то спрашиваете? Ну, кого спрашивает вообще? Идите к управляющему и спрашивайте. Где управляющий-то? На обеде. Все, я перевесил вот здесь вот штрих-код. Что, ага. Снимаем голландскую? Ну, конечно, дорого, 410 рублей. Девочки, у кого ключи, мне позицию надо снять. Что ж такое, как слива, так моя смена, а мне эти сливы уже снятся. А чё там так долго-то? Да тут оптовик один затаривается. Сливой на месяц. Сейчас затарится, поедет в Ашан за жвачкой. Да? Да. Лива, приди, принеси. Тома товар принимает. Николая она принимает. Какой код у Краснодарской? 052-1836. Но у меня не прибивается Краснодарская. Так ее на склад еще не завели. И что делать? Ну проводи как груш конференцию, а не по одной цене. А можно там как-то побыстрее? У меня не 7 рук, а 1 палец. С вас 20 рублей 17 копеек. Ой, я же, это у меня с карты есть скидочная. Размагнитилась, что ли, карта у вас? Да все, все, я уже на кассе я. Через 5 секунд выскочу. Своей вам сделаю. С вас 20 рублей 5 копеек. А это сколько процентов скидка? У меня не показывает. Ну это накопительная же, а да? Вы какую брали-то? Ну я не помню, вроде накопительную брал. Ты накопил уже, мужик, накопил! 20 рублей 5 копеек с вас. Сколько? 20 рублей 5 копеек. Я по кредитной карточке просчитаюсь, я просто летаю очень часто. Мне сейчас полетишь! Мне на уральские авиалинии баллы накапливаются.
Нет связи с банком, а? Ай, еще раз. Ты ж урод, на тебе двадцатку, давай уже, иди быстрее отсюда уже. Молодой человек, я достаточно зарабатываю, чтобы оплатить свои покупки, понятно? Мужчина, у вас мельче-то не будет? Было бы мельче, дал бы мельче. Тома, неси размен! А, так у тебя 5000? Я и не наберу, я уж сдалась. Слушайте, молодой человек. Что? А вы можете эту сливу сейчас съесть? Как съесть? Ну я никому не скажу. Ну так она же не мытая. Живи давай! Я не могу кушать, когда на меня смотрят. А здесь никого нет. Ты же один здесь. Давай. Все. Уходите. До свидания. Молодой человек, чек покажите, пожалуйста. Какой чек покажите? Так, внимание, на седьмой кассе вынос. Все сюда. Юленька, кассу закрой минут на 10, мы тут разберемся. Пройдемте, молодой человек. Не занимайте там нет, больше. Да, да, подождите, да, ну как? Ну мы стояли, ну что, ну сколько можно? Ну, что стояли, куда сейчас, что с этим делать? Лимон только пробью, без очереди. И все, лимон, и больше ничего. А, конечно. Супермаркет «Пуля». Быстро и без нервов. Посадил футболист треву. Прочистим ряды современного шоу-бизнеса. Побежали, побежали.